февраль привнесет в жизнь белорусов ряд новшеств. Во-первых, изменится бюджет прожиточного минимума. Вслед за ним подрастут и выплаты для отдельной категории пенсионеров. Увеличится доплата людям старше 75 лет и надбавки по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет, а также социальной пенсии. Вырастут пособия по уходу за ребенком, а также семьям на детей до и старше 3 лет. Повысятся выплаты женщинам, вставшим на учет до 12-недельного срока беременности. Белорусские производители продолжают наращивать экспорт. Например, на Белджи в 2021 произвели 30 тысяч авто, задача на 2022 – 37. Три четверти продукции отправляется за рубеж, прежде всего в Россию. Также предприятие ставит перед собой цель – закрепиться на всем рынке ЕАЭС. За год полностью обновили модельный ряд. Теперь нужно дополнить его бюджетными моделями. Еще одно перспективное направление – электромобили. В Бобруйске горел гараж на Фурманово. ЧП произошло в минувший четверг в 22:14. По прибытию спасателей в огне была не только пристройка, но и рядом стоящий автомобиль. Хозяин находился на улице, с его слов, в доме никого нет. Пожар ликвидировали. В результате повреждена обрешетка строения, перекрытие и транспортное средство. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается. Белшина продолжает подготовку к новому сезону. Напомним, команда будет играть в высшей лиге. Сейчас время спаррингов. Накануне бобруйчане гостили в столице, где встречались с минским «Динамо». Итоговый счет 2-0 в пользу хозяев. На нем тренерский штаб также планирует просмотр потенциальных новичков. Не стало Леонида Куравлева. Заслуженный артист РСФСР умер на 86-м году жизни. Актер широко известен зрителям по ролям в фильмах. А в фоне живет такой парень, Иван Васильевич меняет профессию. 17 мгновений весны, место встречи изменить нельзя, самая обаятельная и привлекательная, золотой теленок и многим другим.